Всем привет, друзья, с вами Грыгры, и это 23-я серия второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». В сегодняшнем выпуске у нас будет Макдональдс, два новых живых здания и больница. Начнем с этого живого здания. В общем, это, можно сказать, закос под башню Вулаха, то есть средняя. В принципе, это не оригинал, но тем не менее, это, можно сказать, ее пародия на оригинал. Интерьер взялся тоже вот с дома 121 серии, то есть, правда, он был немного изменен, то есть добавил лифт, изменил балконы. В принципе, давайте доберемся на последний этаж, то есть на лифте. Поднимаемся на самый последний этаж, тут всего 15 этажей. Поднимаемся на 15 этаж, вот, добрались. Ну-ка. Не страшно, это не удивительно, что грохнулся. Ну тут, сказать, практически все то же самое правда, уже немного изменено, то есть все это под нужно, чтобы можно было лифт припихать. Вот, в принципе, кухня. Балет, ванная, гостиная, раз комната, два комната, и уже вот здесь немного занято место под лифт. В общем, такой получился жилой дом. Следующее обновление, то есть уже еще один здание, только уже 121 серии, правда. Правда, у меня, правда, удивляет то, что здесь, задняя часть, как у Хрущева. То есть, балкон, расположение балконов, окон. В принципе, это то же самое, что и этот дом, и вот тот. Правда, единственное отличие — это окраска дома. Такая вот. 10 и 4 этаж покрашены в белый цвет. С 5 по 9 в серый, а с 1 по 3 в красный. На этой части идут с 1 по 3 этажи в красный цвет окрашены, вот все остальные с 3 по 10 в белый. И вот это вот середина. Извиняюсь, тут случайно сломал. Так вот, я не договорил. В общем, тут, так сказать, серединка этой части дома окрашена в красный. Следующее обновление, друзья, это Макдональдс. Уже впервые в Саттовске появился свой Макдак. В принципе, вот так вот выглядит. Цвета, то есть зеленые, то есть это цвета окна. Серый цвет и коричневый. Дом в Макдональдс располагается по адресу Комендантский проспект, дом 6. Также это логотип. И надпись. Тут у нас такие вот светильники. Тут у нас места для посетителей. Тоже. Дальше идет кухня такая вот. Еще один тоже под кабинет, который ведет никуда. И кабинет администратора этого заведения. Следующее, друзья, обновление — это уже первая Варисадовская больница, городская клиническая больница. Пока что выжил не такой уж большой, как хотелось, но тем не менее это только начало, пока что у нас уже следующего раза больница будет еще побольше. Вот так выглядит ее Минкородок. Тут у нас основной корпус, роддом, морг и подстанция скорой помощи. Начнем с основного корпуса. Вот для посетителей только здесь. Написано муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения, городская клиническая больница номер 1 города Айсадовская. Здесь же стоят
здесь же находится загрузочные оборонки по типу, ну типа, для мусора, контейнер. Тут у нас такая регистратура, типа, по-медицински. Тут у нас место для запрещенного слова сидеть, тут книжки лежат, и контейнер для мусора. Тут у нас кабинет, кабинет главного врача, тут у нас книжки, стол, сидеть. Здесь заместитель главного врача сидит. И процедурная. Дальше тут снова сидит, тут у нас автомат с кофе. Тут он, и дальше тут также добавил крючки, и дальше в этом сундучке лежат халаты. Вот, я возьму один. У вас. Ну, не совсем как тот же халат в реальности, но тем не менее это то, что возможно делать в Майнкрафте. Следующее, друзья, ну, то есть, извиняюсь. Тут у нас второй этаж, тут у нас такая вот для посетителей, для пациентов. Также кухня такая вот. Извиняюсь, следующая вот такая вот кухня. Тут у нас холодильники, печки, заливарка, зелеварка и раковина. Дальше идет уже палаты такие вот. В принципе, тут у нас сундучок, где могут лежать вещи пациента, кровать и специальная кнопка, чтобы вызвать врача. С этой стороны то же самое, правда немного другая кровать, тут белая, тут красная. Тут дальше, тут тоже палаты, правда, все палаты практически одинаковые, только у них другое расположение кровати. Вот. Ну и, разумеется, другой цвет постельного белья. Третий этаж, вот на третьем этаже у нас тоже палаты, тут у нас операционный стол такой вот, тут у нас здесь такая полочка для специальных инструментов, тут у нас сюда вот место, куда ложат пациента, наркоз, и такое специальное, ну, специальное устройство, ну типа робот-хирург. Вот уже четвертый этаж, тут у нас банкомат, и тут тоже палаты, и дальше идет бухгалтер. Тут сидят бухгалтеры, тут сидят бухгалтера, тут книжки стоят. И вот красивый вид у нас на микрорайон, то есть на школу, частный сектор, таксопарк, автошколу, еще и жилые здания. В общем, вот такое получилось. В общем, вот это уже, можно сказать, основная часть больницы. Это, в принципе, это не одно здание, а целый комплекс. Тут у нас такой вот роддом. Такой вот. У нас два входа с этой, с другой стороны. Также у нас такие, ну, не знаю, такие вот комнаты. Здесь комната, где матери, то есть мама своих детей, не знаю, как правильно сказать, но можно сказать, вроде своих малышек. Тут у нас регистратура, лифт для беременных. Вот. Можно сказать, лифты через раз работают. На последний. Тут у нас палаты такие вот. Тут тоже палата. Тут еще одна палата, уже чуть поменьше. В принципе, здесь ничего особенного нету, только у нас такие вот кровати и сундуки. И
И дальше идет крыша, выход на крышу. Причем как с одной стороны, то есть это вот один вход, выход на люк. Туда машина, машина помещает, двигатель лифта, и все. И дальше тут еще один лифт, еще одна лестница, тут уже пожарная, то есть носочек пожаров. Да. Морг, самое страшное. Тут у нас уже, пациенты лежат, которые, ну, не знаю, как правильно назвать, но... Извиняюсь. Так, извиняюсь за, за прерывание ролика, просто мне позвонили через ВК. Тут у нас крючки, где спалхалты лежат. И дальше еще один кабинет. Здесь уже вход, тут сотрудники заходят. Последняя часть этой больницы — это уже подстанция скорой помощи. Тут здание получилось двухэтажное, на первом этаже связан гараж для машин скорой помощи. И дальше идет уже на втором этаже диспетчерская. Тут у нас такая лестница. Дальше у нас надпись «Подстанция скорой». Ну, в принципе, такое просторное помещение. Тут у нас... Ну, здесь диспетчер, здесь микрофон, а здесь клавиатура для набора номера телефона. Вот такая вышла больница. В принципе, на этом 23-я серия второго сезона проекта «Город в Майнкрафте» завершается. Понравилось или нет, решать вам. С вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои идеи. Всем удачи, всем пока!